А вот купальный сезон, который на днях официально завершился в Чебоксарах, прошел относительно благополучно. Итоги подвели в столичной администрации. За время работы матросов-спасателей на пляжах утонувших нет. Утонувших нет, а вот тех, кто тонул, увы, достаточно. Спасатели успели вытащить из воды более 20 человек. Большая часть – это дети, за которыми не досмотрели родители. Многие родители оставляли своих детей без присмотра. И наши ребята спасли от горя родителей, спасли от горя эти семьи. Как уже отметил, 15 детей спасли. Это Нуржанов Максим Балатович спас 9 человек, из них 6 детей. Это Катмичев Михаил Аркадьевич спас 7 человек, из них 5 детей. И Тиранян Авсеп Рубенович спас 4 детей. Ребят, мы вас благодарим. Большое вас спасибо за ваш профессиональный подход. По предварительным подсчетам, за лето у воды в столице Чувашии отдохнули более 2 миллионов человек. Также в сезон ежедневно прибрежную зону очищали рабочие. За лето они собрали более 800 кубов мусора.